больше нормы, и ты покойник. Ждать сигнала. Вижу врага. С фронта вражеский патруль. Идем тихо и медленно. В этой маскировке нас не заметят. Ну а вас я приветствую на канале Asmodee Play. Продолжаем убей играть. Убей одного, пока второй не видит. Слушай, Захаев нам хорошо платит именно за то, чтобы мы патрулировали. Он убит. Спокойной ночи. Пошли. Мы продолжаем играть. Call of Duty 4. Так. Не двигаться. Если пойдем в обход, у нас больше шансов остаться незамеченными. А ты хочешь остаться незамеченным? Внутри 4 объекта. Даже не думай об этом. Жди здесь. Противник у машины. Ты хочешь пройти без палева, да? Бери его тихо или дай ему пройти мимо. Выбор за тобой. Это же зона ядерной катастрофы. Скорее от рака сдохнешь, чем... Так, вперед. Давай. Выдвигаемся. А там, кстати, какие-нибудь были плюшки для нас. Вау. Вот так. Не двигаться. Отлично. Но с севера к нам приближается патруль. Подойдем ближе, чтобы лучше все рассмотреть. Вперед. Давай. Как скажешь, шеф. По фронту все чисто. Как скажешь. Мне наверх надо заползти? На колокольню. Давай, заползу специально. Вау. На побережье чисто. Ты это слышал? Вау, серьезное оружие. Вертолет, ложись. Он возвращается обратно. Не двигаться. Оставаться в тени. Нас заметили, открыть огонь. Да свою мать-то. Короче, там ничего нет, я туда не полезу больше. На побережье чисто. Давай, где там вертолет? Ты это слышал? Вражеский вертолет, ложись! Оставаться в тени. Давай. Пусть пройдет. Тоже не хочу. Идем. Устраивать замес. Не сейчас, по крайней мере. Вот, вот сейчас я думаю сомневаюсь. Я даже не знаю, в чем я выгляжу, чтоб меня не заметили. Как я должен выглядеть? Ложись! Так, а сейчас вот. Вон они идут, голубчики. Спокойно, парень. Их слишком много, остынь. Да я не собираюсь стрелять. Огонь не открывать. Я собираюсь вот. Старайся не отсвечивать. Угадать их шаги. Если собираешься маневрировать, все делай медленно и спокойно. Никаких резких движений. Я так и собираюсь. Блин, меня гусеницами затоптали. Ложись! Так, 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 так. Спокойно, парень. Их слишком много, остынь. Веди себя тихо. Огонь не открывать.
не собираюсь. Я не настолько идиот, что против целой армии воевать. Если собираешься маневрировать, все делай медленно и спокойно. Никаких резких движений. Вон, смотрите, какая толпа. Бронетанки, эти БТРы, БМПхи, БРДМки. Я же не настолько идиот. Там, конечно, было можно тяжелую эти, взять джавелины или кто они называются, гранатометы, чтобы подбить технику. Но нет. Худой мир лучше, чем хорошая война. Поэтому нетушки, нетушки, будьте добры. Я пропущу эту беседу, чтобы воевать с всеми вами. Делать не больше ничего. Выдвигаемся медленно и спокойно. Так, так, так. Вот мы сюда продвинулись. Сейчас он дойдет до нас, догонит. Твою ж мать, а где здесь проход-то? За мной. Падла. Похоже, они уже убили всех, кого не смогли подкупить. Подойдем ближе, чтобы лучше все рассмотреть. Ты где? Насколько тебе и хорошо разглядеть? И при этом не поднять тревогу, задача не из легких. Хотя, с другой стороны, незаметно мимо них все равно не пройти. Твоя очередь. Один готов. По тем двоим у грузовика огонь не открывать. Мы должны нейтрализовать их обоих одновременно. Жди, пока я не буду на месте. Давай. Я жду. Я на позиции. Действуй, как только будешь готов. Спокойной ночи. Выдвигаемся. Вот так. Конечно, выдвигаемся. Где ты? Ой-ой-ой. С Урала выгружают. Оставаться в тени. Ты думаешь, здесь кто-то есть? Ну, конечно, есть. Назад. У украинцев пара человек пропало сегодня ночью в бассейн. Пошли. Эти украинцы ни на что не способны. Получили по заслугам. Вот у них хоть какой-то боевой. Так, где еще? Там у них, кстати, там этот чемоданчик есть. Ждать здесь. Не стоит их недооценивать. Подождем еще чуть-чуть. Давай ждем. Может, патрульный снова пойдет в обход. Сюда приближается патруль. Назад. Вот я тут волю накатаю. Как думаешь, а? Нападет на нас Америка, пока мы уязвим. Эта страна давно... Так, он ушел. Товарищ убит. По фронту все чисто. Вперед. Черт, нас вычислили. Ну, не знаю, как вас. Он один остался. Осторожно, кидаю гранату. Вау. Ну не кинул. Кричал, правда, что-то. Вау-вау-вау. Из-за вас погиб капитан Мак. Так, ладно. Не двигаться. Ждать здесь. Подождем еще чуть-чуть. Может, патрульный снова пойдет в обход. Сюда приближается патруль. Назад. Ну давай, жди. Вот я тут волю накатаюсь. Как думаешь, нападет на нас Америка, пока мы уязвим? Эта страна давно уже катится псу под хвост. Почему бы и нет? Товарищ убит. По фронту все чисто. Вперед. Так. Эти даже не чухнули, хорошо. Не высовываться. Выдвигаемся. Сюда, идем. Пойдем, пойдем. Я тебя только жду.
Открываем створки дверей. Эй, скорей, открой створки дверей. Да их там целое сборище, черт возьми. Приготовиться, выдвигаемся по моему сигналу. Мы же не будем стрелять их? Стоять. Стою. Так, вперед. Ну ни хрена ты, шустрый малый. Давай, я следом за тобой. Вся надежда на тебя. Приближается грузовик. Используем его в качестве прикрытия. Вперед. Выскочили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Подожди здесь минуту. Когда они уйдут, выползай. И следи, чтобы тебя не заметили. Терпение. Украинский спецназ. Сигнала. Ждем. Вперед. Давай. Куда бежим-то? Готов. Вперед. Конечно, готов. Ты куда свалил-то? Тело. Нас никто не видел. Идем дальше. Сюда. Нас никто не видел. Это пока что нас никто не видел. Не двигаться. Снайпер. Прекрасно. Вперед. Снайпер. Вперед. Вот он нас спалил. И если бы не я, он бы тебя бы уже... Все чисто. Разделывал бы. А я он его убил. А я это смог. Итак, по Припяти, да, выходит? Это Припять или Чернобыль? Мы еще не на месте. Интересно мне знать. Наверное, какой-то Чернобыль все равно. Вот арки во дворе, да? Смотрите, они... Стоять! Успокойся! Это дикая собака. Так, ее главное не трогать. Собачка-то попалась недружелюбная. Держи дистанцию. Старайся не привлекать к себе внимания. Кажется, дело плохо. Что не так? На! Ломает тебе шею. Ага, меня загрызли. Собачка-то попалась недружелюбная. Так, надо свалить за что отсюда все равно. Старайся не привлекать к себе внимания. Так, свалим. Идем по одному только верному пути. Справа все чисто. Да я знаю. Смотрите, какая раньше была архитектура, да? Мозаика была, красиво. По фронту все чисто. Сейчас ни хрена уже ничего не делают. Так, давайте присядем. Выдвигаемся. Никого. Ты только посмотри. В этом городе проживало 50 тысяч человек. А теперь это город призраков. Кстати, вот такое никогда здание. Я ничего подобного не видел. В Сталкере в каком-то находится. Я уж не помню, но... Может быть, второй Сталкер, да. Там такое же, вот это же здание находится. Что это за здание, я, конечно, не знаю, но... Даже по архитектуре, вот, у них одно, да, похоже очень сильно. Может быть, они друг у друга позаимствовали. Сие здания.
Потом вот эта штука, ну и чертово колесо, где оно, не знаю. Вот, кстати, тоже в Сталкере Готель Полосия тоже есть. Только там вроде с другой стороны, да, обходим-то. А, хотя нет, вот здесь вот, да, воюем-то. Оттуда вот приходим, начинаем воевать. Там есть гостиница. С верхнего этажа мы сможем наблюдать за обменом. Давайте. Вот чертово колесо. Знаменитое. 6, 7, 8. Сколько? Вечером дело, что ли, происходит? Ночью? Когда? Или на следующий день? А так вот думаешь, вот идешь по Припяти, да, и вот сейчас какой-то монстр на тебя выскочит. Да, бывает такое, есть такое ощущение после Сталкера. Встреча состоится. Вражеский транспорт уже на указанной территории. Давай. Вот сейчас сложно будет, конечно. Ветер усиливается. Можно учесть порывы ветра, а можно просто подождать, пока он не утихнет. Но к этому моменту цель может скрыться, решать тебе. Помни, чему я тебя учил. Учитывай переменную вот влажность и скорость ветра вдоль траектории пули. На таком расстоянии придется также принять во внимание кориолисову силу. Да, окружность земли, влажность, силу притяжения, да. Так, кажется, я его вижу. Вот смотрите, по флагу, смотрите. Цель захвачена. Идентификация. И цель уничтожена. Черт, они нас заметили! Огонь по вертолету, так мы выиграем немного времени! Отличный выстрел, так, лейтенант! Теперь, надо сваливать! Они будут нас искать! Ну давай, сваливай! Нужно срезать путь! Следуй за мной! Конечно, давай! Скуби-дуби-ду! Я бабибаду! Лейтенант Фрейс, со мной! Т-24, говорит А-6, у нас проблемы! Повторяю, у нас проблемы! Направляемся у нас в четвертой зоне посадки! А-6, Орлан в пути, расчетное время прибытия 20 минут. Не опаздывайте! Топливо и так на исходе! Конец связи! Где еще? Я думаю, скрываться там уже нету смысла. Так, осталось времени 19 минут. Это до зоны посадки надо успевать. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Вау-вау-вау-вау-вау. Сзади там вообще кошмар. Так, надо валить. Так, куда валить? Я что-то сомневаюсь, что мне надо отстреливаться вообще, по идее. Пути. Расчетное время прибытия 20 минут. Не опаздывайте. Топливо и так на исходе. Конец связи. Да, у меня собака загрызла. Так, после того, как она вас укусит. А-6, Орлан в пути. Расчетное время прибытия 20 минут. Не опаздывайте. Топливо и так на исходе. Конец связи. Один готов. Тихо. Тихо, тихо.
Почему? Я же делал все. Забудь о них. И схватить ее за горло. А6, Орлан в пути. Расчетное время прибытия 20 минут. Не опаздывайте. Топливо и так на исходе. Конец связи. Блин, так. Блин. Сложно. Сразу говорю, сложно. А6, Орлан в пути. Расчетное время прибытия 20 минут. Не учитывая, что сзади тебя тоже накрывает. Так, я что-то не понял, у тебя откуда высыпались? Забудь о них, они за нами не пойдут. Так, а я забудь о них, они за нами не пойдут, а понятно. Орлан в пути, расчетное время прибытия 20 минут. Не опаздывайте. Топливо и так на исходе. Конец связи. А, так мне даже и не к ним надо-то. Вон оно что, Михалыч, мне даже и не к ним надо. Совсем сдурел? Не приближайся к источникам радиации. А куда мне? А куда? Куда? Тогда. Не посадки. А6, Орлан в пути. Расчетное время прибытия 20 минут. Не опаздывайте. Да. Топливо и так на исходе. Конец связи. Да. Один готов. Давай. Он убит. Тихо. Забудь о них, они за нами. Куда бежать? Куда бежать, ты мне скажи? Не я побегу. Сразу тебя оставлю, хрен на тебя. Пути. Расчетное время прибытия 20 минут. Не опаздывайте. Топливо и так на исходе. Конец связи. Давай, куда бежать? Ой. Машина! Не посадки. А6, Орлан в пути. Расчетное время прибытия 20 минут. Не опаздывайте. Топливо и так на исходе. Конец связи. Совсем сдурел? Не приближайся к источникам радиации. Они за нами не пойдут, я знаю. Так а куда нам идти-то, ты мне подскажи. Скажи, куда идти? А6, Орлан в пути. Расчетное время прибытия 20 минут. Не опаздывайте. Топливо и так на исходе. Конец связи. Готов. Так. Вот все, я сейчас туда побегу. Вот откуда они выбегают, я туда и побегу. А6, Орлан в пути. Расчетное время прибытия 20 минут. Не опаздывайте. Топливо и так на исходе. Конец связи. Спокойно. Давай. Все-таки я правильно думал. Куда, откуда они появились, туда надо бежать, на пролом. Куда? Давай, падла, говори, куда бежать. Thank you.
Поп-поп. Ждать сигнала. Быстрее. Устанавливай мину в твоей двери впереди. Тихо. Еще противник с тыла. Объект нейтрализован. Оставь мину. У меня мины что ли были? Почему до этого они не фигурировали? Ждать сигнала. Быстрее. Устанавливай мину в твоей двери впереди. Еще противник с тыла. Давай, убей его. Все, бежим, бежим. Открыть огонь. Райс, открыть огонь по вертолету. Вместе мы его собьем. Спокойной ночи. Ну, собьем вместе. Беги! А почему ты мне не сказал беги? Вот ты тварь такая, вот только себе думаешь. Ноги не отрезал там случайно. Вот зараза. Не могу пошевелиться. Если будут проблемы, найдите меня в выгодную позицию, чтобы я мог тебя прикрыть. Зона посадки на юго-запад. Мы все еще можем успеть, если решим. Противник быстро приближается. Опусти меня, чтобы я мог тебя прикрыть. Готов. Еще противник северо-запада. Тихо. Давай, 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 свалил. Ой-ой-ой. А кто там? Кто? Северо-восток. Где? Почему ты их сам не пристрелил? Ну-ка, подвези меня. Мог бы и сам их захреначить. Давай, нам надо продержаться. Отправляйся в здание. Мы постараемся их задержать. Как мы можем их задержать, если ты калич? Как тебя тащить-то, твою ж мать-то? Готов. Да. Да блин, почему башку-то не сворачиваешь ее?
Меня загрызли, ладно. Ой-ой-ой, что-то я умираю на этой миссии, прямо пипец. Как вовремя мне подсказал. А этот козел не мог выйти на выстрел это. Там две собаки. Перезарядка. Хватай клешню мою. Так. Блин, ты так вовремя все мне подсказываешь прямо-таки. Мы точно на месте. Зона посадки с другой стороны того здания. С другой стороны того здания. Давай здание с тобой пройдем. Так, собакины. Нам их лучше не трогать. Это мы уже знаем. Давай, валим. Они направляются к парку. Запрашиваем... Вот оно колесо, знаменитое колесо в Чернобыле. Ждем вашего сигнала, прием. И мы сейчас находимся как раз возле него. Опусти так. Меня за чертовым колесом, оттуда я смогу вести огонь. Конечно. Чуть севернее. Здесь нормально. Нормально. Собираю все мои мины. Пора пустить их в дело. Скоро враг будет здесь. Найди подходящую снайперскую позицию. Через 30 секунд я дам сигнал вертолету. Так. Где у нас еще могут они быть? Ой, ёшеньки, ё-ё. Удачи! Совсем сдурел? Давай. Не приближайся к источникам радиации. Господи. А6, ваши координаты получены. Держитесь. Конец связи. Вижу противника. Пусть подойдут поближе. Он убит. Так. Это, конечно, хорошо, но... Собаки. Собаки на них напали еще. Собаки, это тоже хорошо, что на них напали.
Так. Цель нейтрализована. Давай. Готов. Да ё-моё. Один готов. Где еще? Так. Кто это по нам хреначит? Приближаются вражеские вертолеты. Вражеские вертолеты? Вертолеты не подбивают. Он убит. Ай-яй-яй. Орлан, мы окружены. Где вы? Вас понял, группа. Скоро будем на месте. Держитесь. Объект нейтрализован. Еще где? Цель нейтрализована. Еще один. Так, в голову надо. Поехали. Ай-яй-яй-яй-яй. Еще один. Где, где, где он? Где? Я бы видел бы его. Один готов. Готов. Давай, 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 давай. Еще один. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нейтрализован. Да где этот вертолет? Он убит. Вот уже должен скоро подлететь. Да. Группа, говорит Орлан, тащите свои задницы на борт. Прием. Что значит тащите? Ждите. Цель нейтрализована. Осторожно. Давайте, прикрывайте нас, прикрывайте. Давай, 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 давай. Ваша жизнь и ничто, главное моя. На критическом уровне у вас 30 секунд. Все. Я тебя спас. 15 лет назад. Давай, кто еще есть? Я сейчас дам вам украинский спецназ. Всех нахрен вас здесь переводят. Как мураши. Ха-ха-ха-ха! Всех уделал. Да, по Припяти летаю, в Чернобыле бываю. Вот так вот. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока.